Писатель, поэт, драматург, художник. Родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде. Сегодня это Душанбе, столица Таджикистана. Его роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» получил мировую известность. Песня «14 минут до старта» на его стихи фактически стала гимном советских космонавтов. А за свою правозащитную деятельность Владимир Войнович был выслан из страны и лишен гражданства. Лауреат Государственной премии России и премии имени Андрея Сахарова за гражданское мужество. Очевидец и участник исторических событий, сложных перемен в стране, подлинный свидетель своего времени Владимир Войнович. За сатирический роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Войнович был изгнан из Союза писателей и из самого Союза. Он смог вернуться только спустя 10 лет. Когда стало ясно, в своих книгах писатель не стремился очернить страну. Он просто хотел быть честным.